Пиаречек, привет! Здорово! Я только за тебя думал. Привет, дружная. Здорово. Здрасте, дорогие друзья. Всем крепкого здоровья. Ну что, как продвигается твое творчество? Все нормально. Все получается? Конечно. А то это поговорку недавно услышал. Там это дядя Вася, кстати, подписчик. Тут живет на нашей улице. Подписчик. Это. Я понял. Говорит, там, где мы не пролетим, там мы проползем. Да, это правильно. Так что? Это точно. Вот, брат, труба готова. Во. На печку. Вижу. Красота. Задвижечки. Класс. Дым регулировать, огонь тут как туда-сюда. Обалдеть, слушай. Сейчас сделаю козырек. Пламя-гаситель. Кстати, дорогие друзья, все думают, что это крыша в трубе для того, чтобы сюда не попадала вода. Я вас немножко поправлю. Это не крыша для того, чтобы сюда вода не попадала. Это спросите у любого пожарника, что это такое. Это пламя-гаситель. Когда с трубы вылетают искры, они бьются об... Этот, козырек? Да, козырек, и они тухнут. И предотвращают таким от пожара. Так что это не крыша, как все думают. Это пламя-гаситель. Вот так вот. Короче, кто не знал, пожалуйста, разгадка. Да, с дымоходом уже смотрится иначе. Так, а что, сейчас и казан поставим. А ну давай, казан еще. Сейчас казан поставим, вообще будет смотреться. Игорь, я тебе там мороженое оставил. Мороженое. Да ты что? Да, мы сегодня тетка пришла, короче, рубанули. Я говорю, надо Игорю оставить. Игорь зайдет вечером. Здорово, ну, слушай, здорово. Ну, конечно. Спасибо. Хорошо. Как это, будешь мороженое? Ну, я ж тебе и говорю, спасибо за мороженое. Ну, сейчас я тебе сделаю. Ты пока посиди. Да ты не отвлекайся лучше. Нет. Я ж тебя не отвлекать пришел, а запечатлеть. Красоту. Сейчас это вот так сделаем. Вот так сюда приварим. Вот так. Одна ножка будет, да? Одна опора. Да, да. Ее достаточно. Да. Так я думаю, наверное, чуть-чуть покороче. Потому что это сильно длинная. Да, ее надо чуть покороче вот так это сделать. Ну, сейчас я вымеряю. Сейчас я тебе, короче, сюда принесу, пока ты будешь есть. Хорошо. Да, Дима, конечно, молодец. Аккуратно делает все, красиво и качественно. Держи, брат, а вот и мороженое, друзья. Клубничный вареньев. Дима сам сделал. Домашнее мороженое. Приятного аппетита, брат. Спасибо. Спасибо. Тебя. А, и салфеточку. Ой. Конечно. Я держу мизинцем. Здесь сливки, сгущенка, банан, шоколад и варенье. И душа. А, ну душа это в первую очередь. Домашнее мороженое намного вкуснее. И даже дешевле, друзья, чем в магазине. Приветствую, друзья!
пока я ел мороженое, Демьян уже сделал козырек. Уже приварил ножку, укоротил ее, шлифанул. Так, глаза, ребята. Окей. Прихватил уже. Прихватил и даже приварил. Отлично. Задвижка тоже. О, все, так как я и хотел. Отлично. Это у меня задумка такая, это не криво. Это так я задумал. Да, да, да. Чуть-чуть наискосочек. Такая задумочка. Все, и как раз все. Задвижка, ручки. Эта штучка все как раз крученная. Класс. Тут такой металл, он будет стоять тут 100 лет. Ничего ему не будет. Капитально все сделано. Единственное, что немножко надо ее поправить, наверное. Вот так вот. Еще чуть-чуть. О, вот так вот, да. Все отлично теперь. Теперь все ровненько. Вот там туда-сюда полмиллиметра. Именно в этой части оно роли не играет. Угу. Так что можно. Обратите внимание, друзья, какая буква объединяет эти два мангала. И один про запас. Ну вот так вот, как-то вот так, ребята. Туда сюда мясо ляжет. Тут смотри, вот это кусок, короче, тут на одном шампуре килограмм. Ну, если мои куски жарят. Угу. Ну, это так, минимум, а то и кило 200, кило 300. Ну, даже килограмм. Короче, 20 килограмм. Короче, 20 здесь. Килограмм вот сюда за раз выложить. Это с таким мангалом, да. Можно сразу на море ехать, на курорт работать. Да, да. Ходишь, хорошо. Круто. На курортной зоне поставил его и, пожалуйста, жарь. 20 килограмм. Тут лепешку поджарил, тут мясо, тут там грибы, может, кто какие, кто что любит. Да. Вот и все, и порядочек. Бомби себе, едь, пожалуйста, куда хочешь. На море поставил мангальчик. Тут лова сварил, тут этот сделал, или шурпы наготовил. И все. И будет бомба. Обалденно. Да. Выглядит классно. Но это еще... незаконченная работа, друзья. Конечно, это только пример. Притерка. Да. Это только притерка.
Класс. Так. Давай, давай, я помогу. Ага, понял. Вот эту чуть-чуть вот так обрезать, и она как раз становится. Тогда да, тогда все шикарно становится на свое место. Или как мне эта идея нравится вообще, просто вот просто очень нравится. Еще надо уровень выставить. Вот как раз тут и получится. Тут чуть-чуть обрежем. Ничего страшного. Да, да. Итак, друзья, скоро вы увидите мангал Демьяна в завершенном виде. Всем мира и добра. До скорой встречи и пока. Всем счастья и крепкого здоровья. Пока.